На единицу изменились номера экстренных служб города. Теперь вызвать спасателей можно по телефону 101, полицию 102, медиков 103, газовщиков, набрав на своем мобильном или городском телефоне комбинацию 104. К стандартным номерам добавился еще один. Теперь, набрав 115, любой житель совершенно бесплатно сможет задать интересующие его вопросы по работе сайта госуслуги.ру. Номер 115 – горячая линия по оказанию государственных и муниципальных услуг. Трехзначными номера стали в связи с переходом России в международные правила нумерации телефонных номеров. В настоящее время дозвониться до экстренных служб можно и по двухзначным, и по трехзначным номерам. Так будет, пока горожане не привыкнут к новой системе. Единственное, только в ряде городов Ивановской области, расположенных в районах, Ростелеком еще до конца эту работу не доделал, но они в ближайшее время обещают проделать эту работу и там. А также эти номера можно с сотовых телефонов вызвать и при отрицательном балансе, при нулевом, когда обычные звонки совершать нельзя.